Подай же, дівчино, подай же, гарная, на коня рученьку. Щоб я була, кохання не знала. Ну как ты поешь? Ты на полтона выше. Слышишь, дядя, какие полтоны? Пою как хочу, иди отсюда. Тебе было, щоб я була, кохання, кохання, з вечора до рання, як сонечко зійде, як сонечко зійде. Кохання відійде. Дядя, смотри, сколько мы денег подняли. Ну, предлагаю напополам поделить. Кстати, меня Марк зовут. Константин, а деньги себе оставь. Слышь, дядь, а ты где так петь научился? Много где. Ласкало, слышал такое? Я полмира объездил. Вау, серьезно? Никогда не видел оперного певца без фрака. Да и просто оперных певцов никогда не видел. Ну, в смысле живых. Не на что смотреть. Почему? Больше не поешь? Нет, не пою. После смерти жены не смог. Мы с ней вместе выступали. Давно мечтал так посидеть. Марк, а почему ты именно эту песню выбрал? Хорошая песня. Я ее за неделю разучил. А вообще, какая разница? Ты очень старался, когда я играл. Но можно было и лучше, согласись. Эй, ну не надо троллить. Легкие бабки и телочки ведутся. Девушки. Какая разница? У тебя что, по жизни все так? Какая разница? Да, у меня по жизни все, какая разница. Да и маме помогать нужно. Кому ты сказал, маме? Ты что, эту песню тоже для нее разучил? Да, она ей нравится очень. Маме нравятся такие песни? Угу. Ты поел? Угу. Пойдем уже. Пойдем. Слышь? Что? Может, споем завтра еще? Зачем? Кому это нужно? Просто у тебя голос такой. Какой? Ну, деньги бросают. Да и вообще. Повезло тебе очень. Мне бы так. Голос — это не повезло. Голос — это годы репетиций. Ну а деньги? Деньги — это пыль. Да ладно. А ты просто поверь мне. Тогда зачем вот это вот все? Что все? Ну за что мы поели? Мы поели на доброту тех, кто нам их дал. Ну где ты работаешь? В музыкальной школе. Не фонтан. Да, не фонтан. Но я учу музыке. Вот таких, как ты. Все равно не понимаю, зачем здесь пианино, если я играю на гитаре? Мой юный друг, я тебе отвечу в твоем же стиле. А какая разница? Ты когда-то про сольфеджио слышал? Сольфеджио. Сейчас поищу его треки на ютубе. Давай, давай. Заодно можешь... Ну, ты Бетховена скачать. Капец, Костя, мы с тобой звезды. Что? Ну, Костя!
Нас посмотрело уже 90 тысяч человек. В смысле посмотрело? Ну помнишь, мы с тобой в парке выступали? Ну? И кто-то заснял, как мы с тобой пели и выложили на YouTube. Ну вот, посмотри. Так 90 тысяч – это целый стадион. Это что, с твоим-то брончанием? Да, представляешь? Им понравилось, как мы поем, и теперь нас приглашают выступить. Куда выступать? Ну смотри, Настена 18 пишет. Какой импозантный дедуля. И сердечко. Дедуля. Вот это мы с тобой хайпа подняли. Что сделали, что подняли? Ну хайп, это что-то типа твоего сольфеджио. Импозантный дедуля. Интересно, а деньги авансом можно забрать? Давай заниматься. Выход на сцену только через сольфеджио. Кость, я волнуюсь. Они же все будут смотреть на меня, слушать все будут. Да не волнуйся ты так. Я же знаю, что ты справишься. Да и песня у тебя хорошая. Ты уверен? Я же ее так, для себя написал. Только ты ее слышал. Абсолютно уверен. А переживание – это вполне нормальное явление. Ты знаешь, я всегда переживал, когда выходил на сцену. Зря ты отказался. Ты бы их там всех порвал. И лайки все твои были. Ерунда это все. Выходи и хайпани попробуй. Спасибо вам. Вы знаете, я никогда не думала, что его может что-то так серьезно увлечь. Я Елена, мама Марка. Я Костя. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Дудин иначе вражена стрелою занурилась. Вам очень идет это платье. Любовный грех. При зустрічі я ледве міг сказати слово. Але зусилля були марні, бо вона, співаючи, на мене не зважала, лише плекала слух мій, мов луна.